Блин, подзарядил я его. О, кстати, что вспомнилось. Ой. Помните, у меня пришли... кнопки на клавиатуру. Не. Наклейки с буковками на русскую клавиатуру. Вот не они светятся. Видите, немножко. Вживую выглядит сильнее. Итак, ночник Мумитроль. Это режим вибрация. Да, второй раз его вибрируем, он начинает сильнее светиться. Видно, но выключился. По-моему, очень даже. То есть вот. Ух ты. Чувствительный. Давайте его. Есть еще один режим, когда он вообще постоянно горит. Конечно, смотрю на него вживую и смотрю через камеру, но вживую он не такой яркий, он не слепит глаза. То есть вот прям вот ровненько все дело хорошо снимает.